Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами очень вкусным рецептом закуски из помидоров. А весь секрет потрясающего вкуса в моем маринаде. Закуска получается в меру острая, в меру соленая. Одним словом, идеальная и на праздник, и на каждый день. Подробный список всех ингредиентов будет, как обычно, размещен внизу в описании под этим видео. Сначала приготовим маринад. В чашу блендера добавляем растительное масло, болгарский перец, 4 зубчика чеснока, несколько стеблей укропа, также можно добавить по желанию петрушку. И обязательно добавьте листья мяты, столовую ложку сахара, пол столовой ложки соли и острый перец. Остроту регулируйте по своему вкусу. Измельчаем в блендере, и получается вот такой жидкий соус. На этом этапе можно попробовать на соль и при необходимости досолить. Я добавила еще немного соли. В заключение добавляем 2 столовые ложки лимонного сока. Немного перемешиваем, и наш соус готов. Нарезаем помидоры. Помидоры лучше берите не переспевшие. Я нарезаю такими секторами, но вы можете нарезать так, как вам больше нравится. В любую емкость подходящего размера выкладываем слоями помидоры и поливаем соусом. Если у вас большая семья, то сразу готовьте побольше, так как это очень вкусно. Накрываем крышкой и отправляем в холодильник приблизительно на 2 часа. Ну вот, помидоры готовы. Подавать можно их с любым гарниром, мясом, шашлыком. Возьмите их с собой на природу, если отправляетесь на пикник. Уверена, что ваши близкие будут в восторге от данной закуски. Если видео вам понравилось, обязательно поддержите его лайком, подпишитесь и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить остальные рецепты. До встречи!